Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. И сегодня мы с вами поговорим на очень интересную тему. Это уход за лицом и за волосами. Я хочу вам рассказать о тех средствах, которые я использую. Возможно, вы найдете их для себя интересными. Что вы уже знакомы с косметикой, а точнее с уходовой косметикой от компании Green Mama. А если вы еще о ней не слышали, то в этом видео я вас с ней познакомлю. Некоторые продукты можно встретить в таких магазинах, как Fix Price, Glamart, но самый большой ассортимент товаров представлен на их сайте, где я и делаю заказы постоянно. Кстати, все ссылочки на сайт и товары, которые я использую, я оставлю внизу в описании, так что переходите, смотрите, может что-то найдете для себя интересненькое. И хочу сразу сказать важную новость для моих подписчиков. До 31 января действует промокод на скидку 15% по коду Мария. Все еще описания я оставлю внизу, так что если забудете, переходите внизу, почитайте. Но это классная возможность купить подарки для себя и для родных к Новому году. И тем более это качественная косметика, да еще и по такой скидке. Итак, вот пришел мой очередной заказик, и хочу вам сказать, что Green Mama – это натуральная косметика высокого качества, а содержание природных компонентов в ней 98-99%. В состав входят высококачественные масла, такие как миндальные, кунжутные, масло карите, а также экстракты наших российских лекарственных растений. Я давно уже пользуюсь этой косметикой, очень довольна, и поэтому со 100% уверенностью могу вам ее советовать. И начнем мы с вами с бальзама Биобаланс от жирных корней и сухих кончиков. Это бальзам для волос. Сразу хочу сказать, что в этой посылочке я впервые заказала средства для волос от фирмы Green Mama. Обычно заказывала крема и маски для лица. Попробовала я уже вот этот бальзам. Мне, в принципе, понравился. Действительно, корни не жирные и кончики не пересушенные после него. Написано, что входит экстракт морских водорослей. И вот если вы можете приглядеться к составу, то там все натуральные экстракты и добавки помечены звездочкой. И в его состав, помимо водорослей, входит масло ши-крите, экстракт ламинарии, пантенол, гидролизиат пшеничного протеина, масло чайного дерева, морские минералы, молочная кислота, гликолевая кислота, лимонная кислота. То есть натуральных компонентов достаточно много. Вот эту маску с подорожником и полевым хвощом я беру не первый раз. Я вообще от нее тащусь, настолько она классная и так здорово очищает кожу, лицо просто вот становится таким нежным. Вы можете почитать по составу, что в состав входит кунжутное масло, экстракт подорожника, хвоща, эфирное масло лаванды, масло кедра, ментол. Так что тут очень много тоже натуральных веществ и очень приятная она по нанесению. И вот видите, как она ложится на кожу. Я оставляю минут на 10, потом смываю, и лицо такое посвежевшее, отдохнувшее. Так что, девочки, вам эту маску я советую. Из новиночек заказала вот такую мицеллярную воду для бережного эффективного очищения с пшеницей. В состав входит гомомелис и пшеница. Впервые ее пробую и хочу вам сказать, что мне понравилось. Очень хорошо снимает она макияж. Прекрасно, буквально хватает 1-2 ватных дисков, чтобы снять полностью весь макияж. И очень удобно, что есть носик-спрей, который позволяет очень экономно ее расходовать. От
такую масочку с каолином и витамином F я беру постоянно. Маска идет для проблемной кожи и защиты от угрей. У меня кожа склонна к появлению всяких высыпаний. Вот. И очень мне понравилась вот эта масочка. Входит в нее масло кунжуты, экстракты липа, хвоща, хмели, облепихи, витамин В5, эфирное масло чайного дерева, которое прекрасно всегда заживляет все вот такие прыщички, ранки, всегда это идет хороший антисептик. И также наношу на кожу, использую где-то раза два в неделю, оставляю на 20 минут и смываю. И намного лучше становится кожа, быстрее проходят всякие высыпания, так что подросткам ее советую и тем, у кого кожа склонна к таким высыпаниям, особенно при каких-либо гормональных сбоях, масочка очень хорошая. Маска-пленка для жирной кожи с огурцом и брусникой, витаминами А, С и Е. Тоже заказала впервые, уже два раза попробовала. И что хочу сказать, тоже она мне понравилась. Пахнет огурцом нереально. Это такая вот свежесть. Хорошо наносится. И хочу отметить, что она хорошо снимается. Покупала я маски-пленки в фикс-прайсе, но чтобы их снять, это приходилось еще потом или скатывать, или умывать лицо. А тут она снимается буквально одним движением и полностью. Так что масочка очень хорошая и хорошо подсушивает кожу. Особенно, тоже повторюсь, подойдет тем, кто страдает от всяких прыщиков, угревой сыпи. Советую. И у кого вот кожа склонная к жирности. Вот эта масочка просто класс. Вот эта малышка, баночка, это бальзам-кондиционер для жирных волос. Я заказала впервые и, правда, пока еще не успела попользоваться ею. В состав входит календула и лимонник. Посмотрим, попользуюсь я вот этим средством, бальзамом. И думаю, либо в последующих видео вам расскажу о результате, либо напишу в Инстаграм. Так что, если вы не подписаны на мой Инстаграм, подписывайтесь. Ссылочка внизу в описании. И я там рассказываю о всех косметических средствах, которые использую. И заказала вот такой наборчик-сет, состоящий из бальзама-кондиционера биоламинации, шампунь биоламинации. И в подарок к ним идет матирующий тоник для лица. Но давайте обо всем по порядку. Хочу сказать, что упаковка классная, выглядит набор шикарно. И подарить кому-то родным, маме, сестре, дочери, подружкам – это просто классный подарок. И я вот сама себе заказала, порадовала себя и хочу сказать, что не пожалела. Хороший шампунь, прекрасно очищает волосы, прекрасно смывается, никакой жирности не придает. Очень мне понравилось и я безумно просто довольна вот этой вещью. В составе у нас входят морские водоросли, экстракт ламинарии, пшеничного протеина, касторовое масло, масло риса. Все, что нужно для наших волос. Вот можете получше посмотреть состав. И в дополнение к нему идет вот этот бальзам-кондиционер, тоже биоламинация, также для секущихся волос, как раз для моих бедных, несчастных. Вот тоже посмотрите на классный состав, в который уходит очень много витаминов. И вот хочу отметить, что во всех составах, во всех продуктах компании Green Mama все, что отмечено звездочкой в составе, это продукты растительного происхождения. И посмотрите, сколько там этих звездочек. И посмотрите, как после использования этого шампуня и бальзама начали блестеть мои волосы. Смотрите, насколько это шикарно. Даже мои пережженные волосы после химии, они мягкие, смотрите. И это всего лишь после пару применений. Прям действительно, это вот такой эффект ламинации. И вот такой подарочек шел в этом наборе. Это матирующий тоник для лица от расширенных пор и черных точек, также с морскими водорослями. Тоже для меня очень нужная вещь. Я пользуюсь ею, наношу на ватный диск, протираю лицо. Знаете, девочки, хочу сказать, как-то все вот эти средства подобрались так, что все освежают кожу, делают ее невероятно легкой, нежной,
бархатистой, ничего не утяжеляет. Вообще, я осталась довольна, особенно вот эти серии, где выходят морские водоросли, они просто все шикарные, да, и я буду продолжать заказывать, я буду продолжать покупать, потому что вот эта косметика очень годная. Ну вот и подошло к концу наше видео. Надеюсь, оно вам понравилось и вы нашли для себя что-то интересное. Переходите на сайт, заказывайте эти средства. Они проверены, они очень хорошие. Даже для моей привередливой кожи они подошли идеально. И не забывайте про промокод, который действует до 31 января. Не упустите возможность заказать хорошую косметику по привлекательной цене. Если вам видео понравилось, поддержите меня пальчиком вверх. И если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь, давайте дружить. Спасибо вам за внимание и пока-пока!